Не, ну как, ну там полунарушение там получилось. А? Полунарушение притормозил, прям он непосредственно на перекрестке зеленого дождался и поехал дальше. Полунарушения нет такого. Ну то есть вот оно. Мы вам не говорим, что мы на уже нарушение. Видно, что за светофор выехал, за вступление. Линию, да, вы вступлению меняете. Остановился, подождал зеленый, поехал дальше. Это понятно. Пожалуйста, еще раз поясните, почему выехали за вступлению, вот, нарушили правила дорожного движения? Потому что дорога была свободна. Торопились куда-то или почему поехали? Просто потому что дорога была свободна? Да. Раньше совершали подобные правонарушения? Нет, это у меня за сколько лет тут это первый раз такое. Вообще по правилам езжу. Тут и три, да? Здесь.